Всем привет! Меня зовут Артем Дервоед. И сегодня я бы хотел пообщаться с вами на тему фразировки. Что же такое это очень страшное слово «фразировка»? Определение очень простое. Фраза – это законченная музыкальная мысль. Я очень часто привожу в пример язык вербальный, потому что мы тоже пользуемся фразами, мы тоже рассказываем с выражением, мы делаем остановки смысловые, иногда мы доводим мысль до конца и заканчиваем. Вот сейчас с помощью речи я попытался построить фразу. И сегодня мы будем учиться строить фразу с помощью другого языка, языка музыки, невербального языка, с помощью которого мы можем выразить чувства, эмоции, переживания. Итак, у меня в руках сборник Франциско Тарраги. И я бы хотел привести в пример знаменитый прелюд «Слеза». Как мы говорили в прошлом уроке, сначала нам стоит познакомиться с тем, кто такой Франциско Тарраго, почему он король миниатюр и о чем, собственно, это произведение. Ну, как видно из названия и в целом из самой музыки, это какая-то светлая печаль. И сейчас мы попробуем здесь найти фразу. Итак, сначала я играю просто ноты, как это бы играл любой среднестатистический ученик музыкальной школы. Как видно из этого примера, музыки у меня не получилось. И вышибить ни из себя, ни из вас слезу, я думаю, что тоже. Еще раз, фраза – это законченная музыкальная мысль. Давайте искать. Вот здесь некая есть остановка смысловая, но закончена ли здесь мысль? На мой взгляд, здесь задается вопрос. И этот вопрос, который еще потребует ответа. Идем дальше. Дальше снова повторение. Опять есть чувство недосказанности. Далее. Здесь остановиться было бы странно, потому что опять недосказано, и далее. И вот мы, наконец, пришли к месту, где мы абсолютно понятно, ясно ощущаем, что здесь музыкальная мысль заканчивалась. Давайте попробуем собрать это все вместе. Итак, начало фразы. Здесь у нас фраза заняла ровно первую половину этого произведения. Да, оно короткое, но старайтесь всегда мыслить большими фразами, поскольку каждый раз, когда вы останавливаетесь, вы рвете музыкальную нить, которая в целом должна заканчиваться только там, где она заканчивается по смыслу.
либо в конце произведения. Я очень часто сравниваю фразу с человеческой жизнью. В ней есть начало, кульминация и конец. Так вот, чтобы вдохнуть жизнь в музыку, нам нужно научиться в этой фразе дышать. Сначала ее найти, а потом вдохнуть жизнь. Не останавливаемся здесь ни в коем случае, поскольку там точно такой же вопрос задается еще раз. Вот представьте, в нормальной жизни вы бы стали задавать один и тот же вопрос подряд, с одной и той же интонацией, с одной и той же громкостью. Конечно же, нет. Прошла секунда, две, минута, пять, этот вопрос уже совсем другой. Поэтому никогда не повторяйте себя в музыке. Идем дальше. Более настойчивый вопрос. И вот мы подошли к нашей кульминации фразы. И конец. Закругляем. Вот таким образом мы подарили маленькую жизнь этому прекрасному произведению, в котором сейчас прозвучала его первая тема. Теперь нас ждет минор. Итак, играем так, как будто мы не знаем, где там фраза и что с ней делать, и как будто мы в начальной школе. Мне кажется, что для такого примера лучший исполнитель был бы компьютер. Он бы сыграл точно так же все ноты с одинаковой громкостью. Где-то, может быть, даже смог бы сделать диминуэндо. Ни разу бы нигде не ошибся, но мы всегда слышим, что это играет компьютер. А теперь попробуем вдохнуть и во вторую часть этого произведения «Жизнь». Посмотрим, где здесь фраза. Вроде, да, вроде. Здесь есть короткая мысль, но дальше аккомпанемент подсказывает нам, что мы идем дальше. И мы остановились на доминанте, которая задает вопрос. И снова мы нашли фразу, которая состоит полностью из всей второй половины этого произведения. Фраза обретает жизнь, когда у нее есть начало, кульминация и конец. Наша кульминация. И конец. И потом нас просят сыграть с начала до конца, до слова конец. И помните, о чем я говорил, что когда мы повторяем то же самое, мы уже другие. Прошла минута, две, три, мы уже изменились. Все изменилось вокруг, и музыка в том числе. Помните, что второй раз сыграть одинаково нельзя. Поэтому мы делаем это по-другому. И я сейчас покажу, как можно вариативно сыграть кульминацию. Кульминация – это не всегда громко
Но это всегда самое важное место в произведении или во фразе. Если вы обратили внимание, моя кульминация сейчас была на пианиссимо. Моя задача была обратить ваше внимание, что здесь самый важный кусочек этого фрагмента. И не важно, как вы это делаете, важно, что я не повторил то, как я это играл в самом начале. Важно, что я по смыслу привел именно в этот момент. И также у меня была жизнь во фразе. Я надеюсь, мне удалось объяснить вам, что такое фраза и маленькая музыкальная жизнь, и как дышать в музыке. А, как известно, никакой музыки не может быть без гитары, на которой натянуты струны. И сегодня моим партнером была гитара Yamaha Grand Concert GC22C, на которой стоят мои любимые струны Daddario, Pro Arte, Carbon.